показать вам кусок края на земле. Называется Бакалар. Это лагуна. Очень красивая вода. Правда, у каждого отеля вот такой вот маленький пирс и все. И у всех свой пирс, и как бы... В общем, все очень-очень тесно. Вот такой домик. Мы отдали за него за две ночи чуть больше 30 тысяч рублей, 12 тысяч песо. Тут кафе. Куда идем? Куда? Что там у них? Сегодня мы плавали вот на этой лодочке. Только для нас двоих. Для нашего малыша и для нашей собаки. Все вместе 3000 песо. Это 9 тысяч рублей. Мы просто так кайфанули. Ну, очень классно. О, посмотрите, мы подплываем к Синоду. Черный Синод называется. Смотрите, водичка какого цвета. Здесь глубина примерно 2 метра. И вот видите, черная начинается. Здесь Синод и глубина вот здесь. 180-200 метров. Здесь не водятся рыбы. Потому что в воде очень много минералов. И она не соленая, она на вкус сладкая. Вы когда-нибудь купались в сладком чае? Вот. Малыш спит без задних ног. Мы даже никуда не выходим из нашего отеля, потому что тут все такое красивое, надо все попробовать. Ну, ценник, конечно, скажем так, выше среднего. Очень красиво. Прям вкусно это кушать. Тунец, салатик. Курочка. Любимый. Индюк. Сына там звонит опять. Алло, алло. Молочка. Don't worry.